Так, сколько у нас осталось до эфира? Здесь без двух, здесь без одной. Что в эфире? Дорогие монстры-хайлаверы, наступает 2016 год, год обезьяны. Мы успешно пережили год овцы и вступаем в эру веселого, жизнерадостного и забавного животного. Теперь нужно думать только о хорошем, ну, впрочем, как и всегда. Спасибо, что в этом году вы все были с нами, смотрели мои видео, писали комментарии, ставили лайки, просили сделать обзоры на самые последние новинки и поддерживали меня добрым словом. На данный момент на канале Беливикс почти 11 миллионов просмотров и 47 тысяч подписчиков. Без вас не было бы ничего. Спасибо вам еще раз за то, что вы есть, и именно вы вдохновляете меня на создание моих видео. Кстати, 2016 Новый год мы начнем с кукольного гивэвэя. И если ты ждешь, то обязательно поставь лайк и подпишись на канал, а то случайно пропустишь. Ну а сегодня я поздравляю вас всех с новым 2016 годом. Желаю новых удач, новых целей, новых знакомств, новых увлекательных приключений и открытий. Пусть в новом году мечты станут еще более яркими, и главное, пусть они обязательно исполнятся. Желаю прекрасных дней и моментов, которые запомнятся надолго. Искренне надеюсь, что Новый год принесет вам бесконечные бури позитивных эмоций. Пусть ваши дома наполнит звонкий смех и горы радости. Желаю вам самого светлого добра и бесконечных солнечных дней. Пусть никакие беды не смогут коснуться вас и ваших близких. Пусть в каждый дом поселится здравие, мир и любовь. Также в этот Новый год я желаю вам здоровья, крепкой дружбы, успеха во всех начинаниях, исполнения вашей мечты. Не забывайте про тех, кто рядом с вами, дарите им заботу и верность, и они отплатят вам тем же. Желаю, чтобы было побольше денег и чтобы было всегда все окей. Чтобы вьюги и морозы обходили ваш дом, а за окошком всегда сияло солнышко. Пускай в этом году все изменится только в положительную сторону. Желаю вам любви и счастья, улыбок и добра, побольше друзей и поменьше расстройств. Желаю, чтобы вы собрали огромную коллекцию кукол и чтобы вы не писали мне плохие комментарии. Знаете, это иногда обидно. Хотя, ладно, что я так разозлилась? Новый год же! Самое главное, не болейте и берегите и радуйте своих близких и побольше позитива. Дорогие Monster High Lover'ы, еще раз всех с новым 2016 годом. Всех вас люблю. Be cool and crazy. Ваша Беливикс.